Четыре имени, четыре разных по формулировке, но одинаковых по сути диагноза. Несмотря на страшный приговор под названием «рак», в этом мире есть вещи, перед которыми бессильны даже очевидные медицинские вердикты. Вера, надежда и любовь, подкрепленные реальной материальной помощью, способны творить чудеса, тем более, если эта помощь адресная. День влюбленных, и мы любим тех деток, которым мы дарим радость. Вот, это четыре ребенка, насколько я знаю, да? Вот, они больные, мы им хотим помочь, мы им выражаем свою любовь. И тем, что делаем флешмоб, и тем, что раздаем им такие подарки. Вот, ради этого я сюда и пришел. Акция «Я с тобой» проходит под эгидой благотворительного фонда «Цветик семицветик» по инициативе Департамента молодежной политики Краснодарского края. Все деньги, собранные в этот день, будут перечислены на расчетные счета онкобольных детей. Акция проходила практически, можно сказать, в три этапа. Первое – это сбор средств на протяжении нескольких недель среди учебных заведений города. Далее была акция по сдачи крови, которая прошла 10 числа. И сегодня завершающий день, когда мы вышли на улицы города для того, чтобы сделать такой финальный сбор в виде благотворительной ярмарки. Мы, волонтеры, сделали все это своими руками. Видите, различные у нас есть. И даже из овощей и фруктов мы делаем цветы. И разные куклы, посмотрите, какие красивые. И салфетки. А посмотрите, какие салфетки. Это просто чудеса. И все это для того, чтобы помочь онкобольным детям. Говорят, чтобы желание исполнилось, его нужно запустить в небо. Поэтому в ходе заключительного флешмоба под названием «Мы вместе» волонтеры выстроились в форме большого сердца и написали больным детям на маленьких воздушных сердцах пожелание скорейшего выздоровления. Елена Всецна, телекомпания ФКТ.